Rama, 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 Rama.
Ом намо Бхагавате Васудевая. 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 Ом намо Бхагавате. Шримад Бхагаватам, вторая песня, глава 9, ответы Шукадевы Госвами. Мы будем читать текст 34 и продолжать комментарии. Ритертхам яд пратиета на пратиета чатмана чатмани татвидья татмано маям ятабхасо ятатама. Перевод текста. О, Брама, все, что кажется обладающим какой-то ценностью, но при этом не связано со мной, нереально. Знаешь же, что это моя иллюзорная энергия, отблеск света во тьме. Это следующий текст. Да. Почему мы же не закончили предыдущий? Очень большой комментарий, 33 текст. Ахам васам ва агре нанят яд сад асад парам парчат ахам яд это ча йо вишишье это сос мьяхам. О, Брама, это я, личность Бога, существовал до начала творения, когда не было ничего, кроме меня. Не было тогда и материальной природы, причины возникновения мироздания. Все, что ты видишь сейчас, тоже я, личность Бога, и то, что остается после уничтожения, тоже я, личность Бога. Есть используется слово «ахам» в тексте несколько раз, трижды. «Ахам» означает «я», «асми» также означает «я есть». То есть речь идет о личности Бога. Итак, мы продолжим комментарий Шрилы Прабхупады. Еще один вывод, следующий из данного стиха, заключается в том, что высшая истина – это Бхагаван, то есть личность Бога. Выше уже было дано описание личности Бога и его царства. Имперсоналисты представляют себе царство Бога пустым, но на самом деле это не так. На планетах Вайкунхи царит трансцендентное разнообразие. На них живут четырехрукие люди, которые обладают несметными богатствами. Там есть даже воздушные корабли и все, что необходимо для существования цивилизации такого высокого уровня развития. Следовательно, Верховный Господь существует до сотворения материального мира. Он пребывает на Вайкунтха-лока, где царит трансцендентное разнообразие. Бхагавад-гита также называет природу Вайкунтха-лок санатаной. Это значит, что она не подлежит уничтожению даже во время разрушения проявленного космоса. Трансцендентные планеты Вайкунтхи имеют принципиально иную природу, которая делает их неподвластными действующим в материальном мире законом творения, сохранения и разрушения. Существование личности Бога подразумевает существование Вайкунтха-лок, так же, как существование царя подразумевает существование его царства. Итак, одно дело убедиться в том, что существует высший разум, Верховный Господь, творящая сила. Это один момент. И другой момент, исходящий из этого, вывод, что существует также духовное царство. Если существует вечно творящий разум, основа бытия, значит, есть какая-то другая вечная природа, то есть причина сотворения. Эталон, как говорится, эталон. Он как эталон описывается. И Бог,
как личность, обладающий чувствами, формой, он должен иметь окружение, чтобы использовать эти чувства и разум. Нужны различные энергии. Он окружен бесчисленными энергиями, поскольку это творящая личность, динамичная личность. Так мы говорим, экстаз — это динамика, это жизнь, это движение, это развитие. И даже в этом мире, говорится, душа, скованная материальными обстоятельствами, она все же остается активной в желаниях. Мы видим, насколько желания не удовлетворены человека, насколько сильны и насколько объемны эти желания. Никто, ни богатые, ни люди преуспевающие, ни бедные, неудачники, никто не удовлетворен в этом мире. Желания не умещаются ни в какой форме жизни, ни в каких материальных обстоятельствах, даже на высших планетах, говорится. Желания не умещаются даже там. Везде есть примесь разочарования, некого неудовлетворения или раздражения, тонкого или грубого, культурного или вульгарного. Везде есть какие-то противоречия, столкновения. Даже в собственной природе существования мы находим столько противоречий, не говоря уже о том, чтобы иметь какие-то взаимоотношения, это все увеличивается, удваивается, возводится в квадрат, ну и степени, еще и больше. Поэтому материальный мир представляет настолько сложную комбинацию отношений, настолько безвыходную, что персоналисты говорят, этого просто всего не существует. Не должно быть. Иллюзия. Не должно быть никакого разнообразия. Разнообразие удваивает, удестеряет только страдания, сложности. Особенно, что касается личности, причин этих страданий, и именно личность. Потому что у каждой личности есть свое эго и желание. И как только мы устраняем это эго и желание, вот только тогда мы освобождаемся. Не говорю. То есть в их понятии, хотя Бог существует как принцип, но не существует духовного мира. Потому что они проецируют эти сложности личности, материально обусловленные личности, на духовное измерение. Поэтому Бог не существует как отдельная личность. Все есть Бог, они говорят. Каждый есть Бог. Так только можно устранить все противоречия, они считают, все конфликты и все страдания, что все едино. И все остальное придумано живыми существами, какие-то концепции, разногласия, названия в этом мире, деятельность, этикет, культура, религии, философия. Это просто исходит из несовершенной личности, обусловленной страдающей личности. Поэтому все это также является иллюзией. Такова философия разочарования Прабхупады. Поэтому в силу такого ума, материального опыта, умонастроения, что здесь личность связана только со страданиями, всегда со страданиями, нет идеального счастья, то человек не может представить, что есть где-то идеальный духовный мир. Не согласно его материальная природа, его ум. Ум, говорится, очень силен в этом плане. Отставить какие-то свои принципы, свой опыт, ум чрезвычайно силен, хотя и не развит достаточным образом, он очень силен. Не так тонок, как разум, скажем, и совсем не так развит, как душа, но силой обладает несметной. Мы знаем, что есть такое понятие, как сила невежества. Тоже касается ума. Есть сила знания, да, как свет, нечто как тьма. Если есть свет, тьмы нет. Но тьма, если нет света, очень могущественна, она скрывает все. И остается только свое мнение. Больше ничего не видно. Только свое мнение, только свое самомнение. Это ум. Поэтому такому упрямому уму всегда кажется, что он прав. Огромная сила невежества. Невежество утверждает какую-то неистину истиной. В этом сила невежества. Любую вещь можно назвать истиной, а можно быть неистиной. С позиции ума то и другое доказуемо. Вопрос, насколько вы упрямы, насколько вы решительны в том, чтобы доказать что-то. Например, если вы продемонстрируете свою память другому человеку и победите его в объеме памяти, вынужден будет признать вашу правоту. Так поступают спорщики. А ты это читал? А ты это знаешь? А ну-ка процитируй. Не помнишь? Значит, все. Они демонстрируют память. Это ум.
Душа знает только Кришну. И знание получает не через ум, а через Кришну. И все остальное получает тоже только через Кришну, даже пищу. Даже воздухом, которым дышит. Если мы говорим о преданном служении, то означает, что мы получаем только Кришну и ничего другого, кроме Кришны. Мы получаем пищу с его разумом и с его чувствами. Мы изучаем Бхагавад-гиту, чтобы иметь его знания, а не свои знания. Служащие ложному эго, больше никому не служащие. Только своему удовлетворению. Люди пытаются победить других только ради удовлетворения своих чувств и ума, не ради истины. Ответ заключается в том, что такой мир уже есть, создавать его не нужно. Нужно только перейти из этого мира в тот мир. Сделать просто нужно один шаг. Этот шаг может стоить нам многие жизни. Чтобы, но если кто-то решается, всего один шаг. Если не решается, то может быть большое путешествие к Богу. Много жизней, много миллионов жизней может занять. Интересное будет путешествие, интересное писать будет. Через ад пройдет живое существо, через рай, через разные формы жизни пройдет. Это все описать невозможно будет. Сколько приключений мы с вами уже прошли, чтобы воплотиться в человеческой форме жизни. Но суть в том, что когда мы получаем человеческую форму жизни, мы не гордимся, что в прошлом были животными, мы хотим скрыть все это. Мы хотим все это описывать, не хотим все это описывать в шастрах. Если кто-то мне скажет, что в следующей жизни ты был свиньей, мне будет плохо слышать все это. Что за приключение странное быть свиньей? Был также негодяем, но был и полубогом. Ну, тут можно немножко гордиться. Но был, слово «был» тоже огорчает. Сейчас-то ты кто? Ни то, ни другое, ни третье. А кто ты? Человек. А что такое человек? Я не знаю. Ты не знаешь ничего. Для чего предназначен человек? Животное предназначено, свинья предназначена, чтобы есть экскременты. Она тоже занимает место в этой эволюции. И то, что она делает, нужно Господу, безусловно, и природе нужно. Но она не знает об этом. Она просто наслаждает свои чувства, ее занимает высший разум. Тоже для пользы дела. Но человеку дано право понять, кто я. Дан разум, даны шастры, даны знания от Кришны. Только от Кришны. Никаких других знаний быть не может. Если что-то не связано с Кришной, это следующий текст будет говорить. Это не истина. Если что-то не от Кришны получаем, это не истина. Если даже от хорошего человека получаем, все равно не истина. Если даже получаем от мамы и папы, от наших высших доброжелателей, все равно не истина. Вот какая иллюзия. Какая сила иллюзии. Самое дорогое в этом мире тоже может обманывать, тоже заблуждаться. Все подвержены ошибкам, все обладают несовершенными чувствами, все живые существа. Даже Брахма признал это. Он наконец понял, увидел истину собственными глазами. Кришна коснулся его своей рукой даже и приветствовал. Он предстал перед ним. И Брахма понял, что он теперь должен делать. И о чем же он попросил его? Он попросил об одном, что когда я приступлю к творению, к великому творению, благослови, чтобы я не обусловился, не возгордился этим творением. Это очень сильная энергия. И мне сейчас придется действовать, творить вселенную, живые существа. А мне здесь практически нужно знать место Бога в этом мире. Все живые существа будут ниже меня. Все они будут смотреть на меня, как на Бога. Даже самые разумные. Благослови, чтобы скверна не коснулась меня. Поэтому, когда первый его сын Нарада обратился и сказал, о, Брахма, не ты ли верховный? Ты верховная личность Бога должно быть. Ты же творишь все эти миры, ты источник всех живых существ. Брахма, получив благословение, сказал, нет, Нарада, никогда так не думай. Есть выше меня. Я творю по высшей воле. Вы не знаете, что рождены после меня. Вы не видели это. Вы не видели начало. Начало – это Верховный Господь, не я. Я лишь Его слуга, незначительный слуга. Без Него я не видел ничего.
И так начинается парампара. Это благословение Кришны. Да, он здесь в этих стихах будет говорить об этом. О том, какие благословения дает Бог, если мы обращаемся к Нему, то что Он может дать нам? Он может укрепить нашу память трансцендентную. Здесь мы все забываем. Через многие-многие рождения мы прошли с тобой, Кришна говорит Арджуне, через многие-многие вместе прошли с тобой. Ты их не помнишь, Арджуна? Я же их помню все до одного. Кришна может возродить нашу память, кто мы в духовном мире. Это было вечность назад. Никто не скажет. Никто, Прабхупада сказал. Нет такой информации. Нет такой уверенности обозначить время или день, или эпоху, когда мы вошли в эту материальную среду. Это невозможно установить. Невозможно. Это вечность была назад. Пребываем в вечности практически в этом материальном мире. Что можно вспомнить, когда миновала целая вечность. Сейчас мы думаем, а есть ли вообще духовный мир? Так ли это на самом деле, как пишут шастры? Наше сознание обусловлено ни одной жизнью, ни одним годом. Миллионами и миллионами жизней. И Прабхупада говорит, вся эта информация, все эти самскары хранятся в уме. Ну так как же переплыть этот океан в уме? Этих мыслей, желаний, образов. Что мы не слышим, все сразу ум ответит. Отреагирует на все на свете. Поставит свою печать. Но теперь мы слышим слово Кришна и пытаемся понять. Но ум не может. Сердце есть еще. Душа есть. Слово Кришна обращено не к уму, а к сердцу. Это могущество Бога. Если уж мы обращаемся к Богу, Бог ответит на духовной платформе. Мы сможем услышать Его сердце. Сможем, если Он даст нам эти уши. Если даст глаза, Он говорит, Арджуни, ты не сможешь обычными глазами увидеть мою вселенскую форму. Не сможешь увидеть все эти энергии, как они на самом деле взаимодействуют, и что это все означает. Ты не сможешь обычными глазами увидеть Арджуна. Ты арий, ты развитый, ты мой друг, но ты не можешь этими обычными глазами увидеть все это. Это непостижимо. Ни в материальном смысле, ни в духовном смысле он непостижим. Однако, ты сможешь это увидеть божественными глазами. Я дам тебе их на некоторое время. Узри, Арджуна, мое мистическое могущество. Хотя я пронизываю все это творение, я не являюсь его частью. Арджуна со вздыбленными волосами задрожал весь, затрепетал, когда увидел, что он начал разворачиваться, вселенская форма, потому что он увидел все в одном месте. Таков Кришна. Для него все находится в одном месте. Ему нужно куда-то идти, чтобы что-то взять. Все в одном месте. Все в нем находится. И все же он приходит на эту землю, рождается у Ишоды. Совершает какие-то действия и ходит тоже, и передвигается на колеснице, как все. И плачет, когда мама Ишода пытается наказать его. Вместе с Дамодаром изучаем эту лилу. Хотя это Верховный Господь, непостижимо. Очень трудно уму имперсональному, вот оскверненному этой имперсональной материей, имперсонально начать страдание, или скука, или равнодушие. Вся наша жизнь, собственно, построена на равнодушии ко всему. Мы смотрим, не понимаем, ну и Бог с ним. Поссорились, разошлись, ну и Бог с ним. Пойдем дальше. Тут траву выщипали, ничего страшного, пойдем в другое место. Итак, люди живут имперсонально, как потребители. Вся материальная природа, она навевает имперсональные мысли, имперсональный образ жизни даже. Неперсонально, майя-вади, дурачари их еще называют. Дура, дурно, ачари, ачари поведение, дурачара. Это дурное поведение, это потребительское поведение, потому что я и центр всего, я мое, я мое, я мое. Ничего другого человек не может видеть в оскверненном сознании, это сознание Кришны. И увидеть, может быть, мы не можем вселенскую форму, но мы можем что-то услышать.
И, собственно, все уровни преданных отличаются только верой. Если свести все к принципу, бесконечно Матьяма и Утама отличаются только глубиной и степенью веры. Конечно, обладая частичной верой божества, допустим, обладает верой божества, он поклоняется божеству. Это уже атхикар, уже начало, уже практика. Он также может верить в духовного учителя, но его разум еще не очищен, у него нет трансцендентных качеств. Он еще имперсонален. Свойство имперсонализма, оно основано на ложном «я», поэтому оно не свободно от эгоизма. Эгоизм обостряется, когда получает научную ведическую основу. Вот в этом опасность. И может стать майявадой. Если мы повторяем без веры святое имя, если мы не заимствуем эту веру через преданное служение, то неминуемо эта практика приведет к имперсонализму, к майяваде. Так говорит Харидас Такур, Харинама Читава. Если человек без веры это делает, да, он может даже прилагать усилия в слушании, воспевании святого имени, но если нет достаточной веры, где эту взять веру, шрадха, как она поддерживается? Общением с тем, у кого вера более твердая. Вот этот принцип подчинения только для преданных. Только преданный может принять такое добровольное, радостное подчинение, потому что подчиняться в этом мире не приносит никому радости. Лишь они терпят это. И если тот, кто выше, дает достаточно, обеспечивает чувственное наслаждение, они принимают и боготворят такого человека. Но если этот вышестоящий не удовлетворяет чувства, они свергают такого человека. Здесь нет настоящих отношений в материальном мире. Здесь работает ложное эго и упрямый ум с сотнями тысяч впечатлений прошлых жизней, опыта. Вы только посмотрите, как мысли крутятся, как ум обманывает нас. Большей частью ум вводит нас в прострацию, в пустое времяпровождение. Лишь на работе мы сосредоточены на чем-то. Повторять мантру не так просто, оказывается, для ума. Тяжелейшая практика для кого-то. Если нет вкуса, где взять вкус? Да, мы общаемся с преданными. Только Кришна присутствует, только в сердце преданного говорится. В этом мире больше нет его нигде. Все остальное имперсонально. Браман. И материя браман, и дух тоже браман. И то, и другое равноценно для Кришны. И так они и думают. Этот браман, и то тоже браман. А это разнообразие, которое мы видим материально, иллюзорно. Все на самом деле браман. Все едино. Это означает, что нет разницы между дурным и хорошим поступком для майявады. Между чистым и нечистым. Возможно, если вы достигаете брамана, но в этом теле вы попадаете в ловушку майявады. Вы деградируете. Потому что для этого тела есть три гуны материальной природы. Нужно различать гуны материальной природы. Кришна в Бхагавад-гите описывает их. Как еще более сокровенные, еще более важные и полезные знания. Иногда преданные хорошо знают трансцендентную философию, но гуны не различают. Что имеется в виду? Нужно еще и говорить это знание в соответствующей гуне. Вот что такое знание. Мы привыкли запоминать информацию, век информативный, сейчас все держится на информации, все эти блоки всевозможные, жесткие диски используются, потому что все держится на памяти, сейчас все переводится в цифровую память. На этом зиждется вся материальная цивилизация. Вот так мы сейчас и думаем о знании, о развитии цивилизации. Но на самом деле гуна определяет цивилизацию, не объем памяти, информации. Информация и без нас хранится уже. В каждом атоме, в каждой молекуле, в ДНК, РНК, в этих стихиях информация уже есть. Она непостижима, сколько там информации. Но если мы цитируем шастру в низших гунах природы, это не принесет пользы. Запрещено цитировать шастру в низших гунах природы. Брахманы должны это делать в сатвагуне. Поэтому не так просто, что мы изучаем шастры, запоминаем. Это и есть знание. Да, это начало гьяна, но вигьяна означает качество. Как же применить это знание?
Как мы будем распространять любовь к Кришне, если мы соприкасаемся с низшими гунами природы? Конечно, Атикари говорится. Он лишь посеет раздор в обществе. Ему устойчиво противопоставлять, он думает, это чистый преданный, это не чистый преданный. Долой нечистый преданный. Что-то в этом духе происходит. А кто еще более чистый, кто менее чистый? Если он более чистый преданный, он этого отвергнет. Такая лестница майявады. Уттаматикари видит каждое живое существо чистым преданным, кроме себя самого. Каждое живое существо, не говорим о человеке, каждое живое существо служит Кришне, он видит это. И когда он это видит, ему совестно, что он сам не служит Кришне, потому что с его знаниями это живое существо в невежестве, понимаете? Но оно как выполняет свой долг, смотрите, перед Богом? Не знаю, я же знаю что-то о Боге, я не так силен в служении. И есть Мадхьяма-тикари, который уже может мир установить, который может как связать с Кришной, как передать трансцендентное послание, то есть обладающий некоторыми качествами человека, развивший некоторые качества духовные. Он знает и материальную природу в гунах, и знает, что такое трансцендентная природа, поэтому он может это все как бы сбалансировать, мир утвердить, баланс. Потому что все эти локи вокруг нас уже есть хозяин. Все государства, все города, все квартиры, там уже есть хозяин. Мы не хозяева здесь, мы временные квартиросъемщики здесь. Все, что люди делают для того, чтобы поддерживать наши чувства, наш разум, наши цели жизни, уже есть тот, для кого это нужно делать. Человека никогда невозможно удовлетворить непосредственно. Как дерево невозможно удовлетворить, поливая листья отдельно. Только поливая корень. Поэтому все для Кришны предназначено. Мадхьяма должен знать эту формулу мира. И он уже есть, это друг живых существ, которым мы ищем дружбы, любви в этом мире, но постоянно обжигаемся на несовершенстве друг друга, на вольном, невольном обмане, неправильных оценках, самомнении. Мы запутаны в этих вопросах тоже. Даже с большими друзьями нужно быть очень осторожными. Как идти по скользкому льду в этом мире, говорится. Все может обернуться против в какой-то момент. Небольшая ошибка, недоверие. И ненависть может возникнуть. Но есть этот друг, несмотря ни на какие вещи, что бы мы с вами здесь ни делали, плохого или хорошего, он неизменен. Живому существу, он неизменен, он доброжелатель. Су хридам сарва бутанам, су хридам. Хрида это, но су означает глубоко в сердце, глубоко сердечный друг. Никогда не предает ни одно живое существо. Как сказал один из духовных учителей, говорит, что если мы собрались в ад, то друзья наши с нами не пойдут. Я подойду к другу и скажу, дорогой, у меня тут ад на носу. Пойдем вместе. Он скажет, Харе Кришна, твоя карма прости, ну, дорогой, но тебя же предупреждали, столько было всего, и ты читал, ну, что ты делал, сам пойми, ну, теперь ты отвечать будешь, никто другой. Это так индивидуально, что невозможно вмешаться в твою карму и быть рядом. Материальная природа не позволит. А Кришна пойдет, говорится. Даже в теле свиньи то же самое сверхдуша, что в теле пророка. Невероятно. Сухридам, сарабутанам. Неформальность это, учтите, это неформальность. Не просто какая-то сверхдуша, мне ненужная, непонятная, что-то формальное. Нет, исполняющий желание, ведущий к цели, жизнь за жизнью, хоть миллионы жизней, хоть и вечность. Он все помнит, кто я на самом деле. И стоит мне вспомнить себя, по милости сверхдуши, он все простит. И даже не напомнит о том, что было. Вот это Кришна, такая память у него крепкая. Так он уважает живых существ, сухридам, сарабутанам. Если Мадхьяма знает это, он становится миротворцем.
Он сам достигает мира и вокруг также распространяет мир. Это признаки Мадхьяма-адхикари. Он может умиротворить общество. В обществе преданных очень важен мир. Без мира невозможно построить цивилизацию преданных. Без мира невозможно счастье, кольцо Бхагавад-гиты. Сначала мир. Формулу мира сначала нужно осознать. Для этого нужны миротворцы. Он сам по себе мир не создается сентиментально. Я расскажу, что такое сентиментально. Есть люди хорошие. Много. Которые желают тоже блага всем людям, но они в невежестве. Их называют сентименталисты веды. У них возвышенные сентименты. Почему? Они затронут ваше сердце тоже и чувства. Как они говорят? Они говорят, давайте любить друг друга. Всех. По-настоящему, нежно, искренне. Давайте жить в мире. Иногда они взывают такие речи, вдохновляющие массы людей, реагируют, говорят, потрясающий человек. Великий человек говорит, смотрите, он сам распространяет мир, любовь. Только об этом и говорит. Помогает бедным, там, кормит голодных, благотворительность какую-то делает. Смотрите, они делают что-то. Но это лишь сентиментальные искренние грезы. Как бы мечта человеческая. На что мы, конечно, отреагируем, что у нас тоже есть такая мечта у каждого жить в мире, в любви. Но для этого нужно знание. Метод должен быть. Если ты хочешь достичь этого знания, этого умиротворения, да, знание заключается в совершении жертвоприношения. Если ты хочешь обрести такие знания, как же совершать жертву, как жить в яге, что яги дает счастье, яги умиротворяет, яги мир устанавливает в этом мире. Обратитесь к духовному учителю. Это непростая вещь. Гуру не сентименталист. Так что хорошо, у тебя хорошие намерения. Ты искренне говоришь, ты желаешь любви, духовности, хорошо, ты страдаешь, но готов ли ты соблюдать четыре принципа, ограничить себя от греховной деятельности. Готов ли ты медитировать на Бога ежедневно, 16 кругов каждый день? Сможешь ли ты рано вставать и все делать, свои обязанности каждый день при любых обстоятельствах твоей жизни? Если нет, это все еще сентиментально. Это не глубоко. Есть метод. Метод – это путь, на котором не должно быть подмены фальсификаций. Не то, что сегодня обещаю, завтра забываю, потом снова вспоминаю, снова забываю. Забывчивость же есть такое. Если вы спросите человека, почему ты так сделал? И забыл. А почему это не сделал? Ну, забыл. Забывчивость в духовной жизни неискренность означает. Потому что искренняя душа не забывает по милости Кришны. Нет. Кришна напоминает ей. Не забудет. Но как только мы отделяемся от Кришны, да, вот в этих желаниях, отвлекаемся от Кришны, мы забываем. Это неискренность, отвлечение называется. Недостаточно внимательная джапа, не читаем книг Прабхупады регулярно, только когда вдохновят нас, мы почитаем полчасика и думаем, совершили великое дело, великую аскезу. В матхах, когда Байстана Сарасвати установил матхи, 64 круга было нормой. Только для проповедников занят с утра до вечера было 16 кругов. Но когда Прабхупада приехал на Запад, он увидел, что западные люди не способны так долго сосредотачиваться, чтобы держать под контролем. 64, не мог. Он даже запретил многим это делать. Потому что другая проблема. С таким умом, когда человек повторяет 64 круга мантру, он начинает думать, что он стал Харидас Такуром. У нас просто сумасшедший ум. Малейшее какое-то достижение в чем-то уже сразу что-то думает, сразу что-то думает. Как птица, знаете, тоже сумасшедший ум, наблюдайте. Или зверек какой-нибудь, сумасшедший ум. Он скрывается, он такой, у него повадки такие. Сумасшедший ум, понимаете? Ест что-то, смотрит. Ест. Мы тоже через это прошли когда-то. Если вы просто смотрите на эту птицу, она сразу же. Что такое? И сразу улетает. Она что-то думает просто. Не знает ничего. Страх ей руководит. Невежество руководит.
И что, что? Люди постепенно становятся очень беспокойными, очень недоверчивыми, как эти птицы и звери. Прабхупада приехал в Америку, сказал, вы живете цивилизованно, но как животные. Растет недоверие, конкуренция, выжить в джунглях легче, чем в Нью-Йорке, он говорит. Если у вас нет денег, в Нью-Йорке вы не выживете. В каменных джунглях. В обычных джунглях меньше опасности оказывается. Там хоть какой-то мир есть. Где-то можно найти его. А в Нью-Йорке не найдете. На улице одни беспокойства круглые сутки. Ночью бандиты, днем суета. Если у вас нет дома, прибежища. Если нет денег. Прабхупада говорил, потому что он приехал без денег в Нью-Йорк. Как же он выжил? Ну тут Кришна. Кришна творит чудеса. Для кого-то, может быть, это интересно поехать в Нью-Йорк на экскурсию. Может быть, даже пожить в Нью-Йорке, в Америке. Почему нет? Цивилизованная страна, богатая. Да, хорошая страна, много чего может обеспечить. Потребности, да, безусловно. Но не для садху. Сейчас все наши садху на Говардхане, они даже не здесь. Здесь много суеты. Здесь очень много суеты. Вриндаван превращается в город. И очень трудно сосредоточиться на Кришне, когда вы слышите все шумы, эти звуки. Иногда сюда люди просто приезжают для чувственных наслаждений. Но больше и больше становится. Потому что место привлекательное, здесь также деньги крутятся, и мир крутится, со всего мира крутится, и привлекаются разные люди, тоже сюда приходят. Но садху уходит, как Ямуна уходит подальше от берегов. Говорится, что Ямуна когда-нибудь вообще уйдет под землю. Кали-юга так действует. Говардхан тоже уйдет под землю. Не хотят смотреть на все это. На эту суету, сует. Да, Прабхупада приехал в Америку, и впервые он увидел там, что машины на улице. Был поражен. Был в шоке. Я говорю, вас привезу в Вриндаван, вы там не увидите ни одной машины, он говорит. Ни одной машины. И он писал письмо о Нью-Йорке, говорит, тут столько машин. Тут, говорит, ночью не нужно освещать ничего, машины все освещают. И в каждой квартире есть такой ящик специальный, где можно узнать, что происходит в мире во всем, у каждого. Он писал такие письма. Какая цивилизация, смотрите. Но чем заняты эти люди цивилизованные? Да, они работают, они трудятся, они создают какие-то технологии. Но ради чего? Чтобы усовершенствовать четыре вещи. Еду, солнце, укупление, оборону. Все более тонко, изысканно, все более тонко, изысканно, связывая с культурой, с философией, с искусствами всевозможными, но все то же самое. Еда, солнце, укупление, оборона. На Луну полетели. Что они там будут делать? Есть и спать. Это видит садху, обладающий сознанием Кришны. Кришна тоже ест, но он ест по-другому. Он ест, хочет есть у преданного, когда у преданного есть любовь. Тогда у Кришны появляется сильный голод. Глядя на любовь этого преданного, у Кришны появляется сильный голод. Он даже может у вас соврать в пищу, не дотерпев, когда вы приготовите. Вот как он ест. А если это нет любви, он не испытывает голод. Нет. Он самодостаточный. У него не такой желудок, как у нас. Нет у него этого материального тела. Нет, там духовное измерение, там все желания исполняются, там нет недостатка ни в чем, избыток всего. Нам трудно представить вообще, что такое духовный мир, как исполняются желания в духовном мире. С лихвой. И сколько бы ни увеличились наши желания служить Кришне, они все удовлетворяются. С лихвой. Это, говорится, океан блаженства Кришны. Безграничный океан блаженства. Если что-то не связано с Кришной, говорится, это иллюзия. И есть духовный мир. Очень важно понимать эти вещи. Что есть духовный мир. Материальный мир – это лишь небольшая часть энергии Кришны. Ну, 1/4 часть, так описывается. Образно. Буквально, ну, трудно это измерить. Сколько вселенных здесь, я не знаю. Не слышу такой информации. Но просто очень много. Эту одну вселенную мы не можем измерить.
Даже если заглядываем в пятую песню Шримад-Бхагаватам, трудно все равно представить такие масштабы. Все это из дыхания, из пор Махавишну. Он существовал до творения. Он просто дышит в этом причинном океане. И ничего не делает, дышит просто. Вздыхает тяжко о нашем бренном существовании. Нет, он не страдает, конечно же. Но он, безусловно, может переживать. Он переживает по-своему. Он не страдает, как Кришна. Он не страдает. Арджуна страдает. Арджуна не хочет сражаться. Он страдает. Попал в сложное положение. Кришна сопереживает ему, но не страдает, улыбается при этом. Но сопереживает, поэтому говорит Бхагавад-гиту, ему знание дает. Но не из страдания это исходит, Кришны, это знание, а из света. Сострадание возможно в полном смысле тогда, когда мы познали духовный мир. Это светлое сострадание, не скорбное сострадание. Сострадание, люди думают, это такая же скорбь, когда вы так же скорбите, как другие люди, это сострадание. Но вы не можете помочь в этом состоянии. Вы должны связать с Кришной этого человека, а это всегда счастье. Сострадание – это тоже счастье. Это передача знания. Но люди путают, они думают, вот человек страдает, и я с ним тоже рядом посижу, пострадаю, ему будет легче. Ну да, тоже как-то какая-то помощь. Не я один страдаю, тоже как-то легче. Если все страдают, вообще праздник. Можно уже радоваться даже. Если все вокруг больные, то уже жить можно. Если больной среди здоровых, он больше страдает. Ну, это психология называется, дживы. Ум, опять же, ум все придумывает. Обманывает на каждом шагу. Поэтому, несомненно, мы опираемся на шастры. О существовании личности Бога говорится в разных местах Шримад-Бхагаватам и других богооткровенных писаний. Например, Шримад-Бхагаватам Махарадж Парикшит спрашивает «Са чапи ятра пурушо вишва стити удбхава пьяя муктватма маяям маеша шате сарва ухашая». Каким образом личность Бога, причина творения, сохранение и разрушение космоса, не подвластная влиянию иллюзорной энергии и властвующей над нею, пребывает в сердце каждого? Аналогичный вопрос дает и Видура. Таттванам бхагавамс тешам катитха прати санкрама таттримака упасиран ка усвит ану шарате. В своих заметках Шридхара с вами поясняет, во время уничтожения мироздания, кто служит Господу, возлежащему на шеше, и так далее. Это означает, что трансцендентный Господь и Его имя, слава, качества и атрибуты существуют вечно. То же самое подтверждается в Кашикханде, Сканда Пураны, когда речь идет о Друва Чарите. Там говорится, даже преданные личности Бога, не говоря уже о самом Господе, не подлежат уничтожению во время гибели материального мира. Господь существует вечно из всех трех, на всех трех этапах материальных изменений. Итак, преданное служение вечно, говорится. Господь окружен преданными. Когда материальная природа сворачивается, он остается один, говорится, кто служит ему? Вопрос задают мудрецы, начали. Кто служит ему? Он спит в йога-нидре, говорится. И веды пробуждают его. Интересный момент. Веды, знания, его же эманации, его дыхания пробуждают его. Они понимают его намерения. Чтобы побудить Господа что-то сделать, нет причины для этого. Он делает это беспричинно. Это не его желание. Это желание его преданных и других живых существ. У него есть воля. Воля его – наслаждение. Это все. Он наслаждающийся, и он управляющий. Это его воля. Но при этом нет причины, чтобы он что-то делал.
Он лишь распространяет наслаждение. И когда преданные что-то хотят, ради их наслаждения выполняет их волю. В этом его воля – распространять наслаждение. Поэтому, говорится, милость-то беспричинная. Нет никакой материальной причины, чтобы он творил творение. Его побуждают желания живых существ и веды. Это интересный момент. Если мы не обращаемся к Господу, он как бы отсутствует. Он ничего делать не будет. Мы действуем. Мы получаем реакции на свои поступки. Но если мы обращаемся к Господу, он проявляется. Вот так. Он одевается каждое утро на алтаре. Но кто-то одевает его. Сам он не одевается. Его кто-то украшает. Сам он не ест. Кто-то желает его накормить. Все покоится на желании, говорится. У Кришны отсутствует ложное эго, поэтому ее единственная забота, чтобы преданные были счастливы, и счастье это углублялось и увеличилось. Это лила вовлекает в эту лилу. Как? Просто своей привлекательностью. Никаких усилий не совершает. Ничего. Ничего не обязан делать и не делает. Делает все его энергией, говорится. И черпает из него эти наслаждения, знания, блаженство, славу. Все это он распространяет, как солнце, как лучи солнца, безграничной энергии. И все они связаны с Кришной, до единой. Неразрывные энергии, мы тоже неотъемлемые частицы его. Мы ничего, кроме Кришны, на самом деле не знаем. Просто сейчас мы думаем, что я сам Кришна. В обусловленном состоянии мы Кришну путаем с собой. О Боге как о себе думаем, а о себе как о Боге думаем. Да, это тоже сознание Кришны. Искаженное, извращенное сознание Кришны. Нет ничего, кроме Кришны. Не так, что он, знаете, крутит там какую-то вселенную, ручку там, микс создает какой-то там. Потом он должен наблюдать, как это все комбинируется там. И неудачные какие-то формы жизни выбрасывать оттуда. Опять не получилось. Что? Да что ты будешь делать? Они вечно меня не слушают. Потоп. Попробуй заново еще раз. Может быть, на этот раз удастся что-нибудь сделать. Столько ошибок Бог совершает. Нет, потому что делают все живые существа. Он вне этой деятельности материальной. Его называют Богом. Те, кто слышал или видел его. И он себя тоже может назвать Богом, только своим близким. Но не с целью подчинить живое существо, а благословить его. Да, он Бог, но он спросит, ну теперь говори, что ты хочешь. Вот так это происходит. Ничего не требуется, нужно просто осознать его. И он сразу спросит, чего ты хочешь? Теперь говори, любое желание. Это испытание на самом деле, что он может дать многое. Но он даст то, что ты попросишь. А что ты получишь то, что тебе не нужно, винить не его нужно. Поэтому нужно развить свое сознание, сознание Кришны. Что же самое дорогое во всех трех мирах? Что же самое ценное, исполняющее все желания? Это имя Кришны, это сам Кришна. Нет ничего выше и дороже. Поэтому преданный заявляет, прошу тебя, дай мне благословение, чтобы стал твоей вечной, неотъемлемой частичкой, спутником, твоим преданным слугой навечно. Никогда от тебя не отходил ни на шаг. И чтобы ты всегда был моим сердцем, был моим. И Кришна говорит, а Бандурвасамуни, мои преданные в моем сердце все живут, а я в их сердцах. Они повелевают мной, эти преданные. Вот как он действует. Как величайший слуга своих преданных, так он себя ведет. При этом остается господином. Сколько у нас времени? 9. 9, да. Оставим время на вопросы сегодня, пожалуйста.
Можно? Гуру Махарадж, скажите, пожалуйста, вот вы сказали, что преданные Кришна живет желанием своим преданным, да, и побуждается их желаниями. Преданный не живет, достигая такого уровня освобождения своих желаний, и желание Бога становится его желанием. И вот есть некоторое противоречие в уме, на самом деле, когда и тот, и другой, они для чего живут? Для наслаждения друг друга. И Кришна тогда говорит, я прихожу в этот мир, да, он же говорит, Бхагавад-гита, для чего? Но он не говорит, что я прихожу наслаждаться самому и наслаждать тебя. Есть внешние причины прихода и внутренние причины прихода, аватары. Внешняя причина – паритраная садунам. Это Бхагавад-гита Кришна описывает, что я прихожу, чтобы защитить саду и уничтожить демонов. Это внешняя причина. Обычно вот так понимают его в материальном мире приход Бога, что он наводит порядок, устанавливает религию, аватар приходит или пророк, то же самое делает. Это внешняя характеристика. А внутренняя, он приходит привлечь к себе своих преданных. Вот с ними он наслаждается. Делает он то и другое. Шигур говорит. У меня тоже вопрос про желание. Вот желание такая тонкая вещь, что, ну, по крайней мере, вначале точно не понимаешь, что там будет, движет. Там. И вот потом, когда там лет 20 там, пройдет, понимаешь, что ты действовал не из тех желаний, а уже там полжизни прошло. Вот. Ну, а можно как-то вот, как... У меня такой же опыт. Ну, у кого-то полжизни, у меня уже вся жизнь почти прошла. Но опыт точно такой же. На что же нам надеяться с тобой? Вот эту шлоку возьми, ты знаешь ее. Ахам твам сарва папипьо макшеща машуча. Это самое, конечно, поразительное для преданного, когда он осознает, как он несовершенно выполнял свои обязанности в служении. Думает, что все он делал правильно, конечно. Так считал. Но потом он осознает, что все он делает это неправильно. И тем не менее Кришна принял это служение. Вот какая вещь. Это самый благодарный, это Кришна. Если даже просто мы пытались это делать, не получалось. Принимает. На Господа уповаем, так называется. Ну, надежда наша. Только Кришна. В этом мире мы можем из кожи вон вылезти, но никто не отблагодарит. Все равно люди будут удовлетворены. Ни мы, ни другие. Прабхупада приводит пример Махатму Ганди, говорит, столько сделал для людей. Никто столько не сделал, сколько он. С точки зрения пользы, благотворительности, заботы о нации. Но он был убит. Просто потому, что кто-то был не согласен с его концепцией, и все политическое. Ведь люди неблагодарны. Это материальная природа. Да, эти ошибки, которые мы совершаем, несовершенства в мотивах могут быть. По мере очищения мы видим, что много было мотивов материальных. Анархии всегда присутствовали. Было ли это преданным служением? Мы будем сомневаться в себе. Что же делать? Только на Кришну плывать. Ты сейчас в лекции сказали, что то, что приходит от Кришны, это истина, а то, что приходит от других, это иллюзия. И в жизни очень часто бывает, что очень многие вещи приходят от других людей. И как понять, что это Кришна проявляется через этих людей? Для этого нужно быть в сознании Кришны. Об этом не беспокойтесь сильно. Если хорошая садхана, то вы услышите то, что вам именно необходимо в данный момент времени. Не сразу мы получаем знания в абсолютной истине непосредственно, но мы получаем разум, чтобы пройти этим путем. Если хорошая садхана, будьте уверены, вы не должны заблудиться.
мы можем заблуждаться, все-таки в области сознания Кришны оставались там, в этой области, не выходя за пределы. Вот это вот граница опасности, где майя поглощает уже человека. Безвозвратно. Если мы садхана стабильная, строгая, мы должны быть уверены. Это не означает, что у вас все поступки будут совершенными сразу же. Но это будет правильный путь. Процесс постепенный. Имейте терпение. Последний вопрос. Последние два вопроса у нас, да, или даже три. Но мы успеем. Да, мы быстро. Ну, задавай вопрос из онлайн. Да. Спрашивают, подскажите, если супруг только читает книги и повторяет мантру, только служит в храме, он не должен дома выполнять домашние обязанности? Это он должен, но не хочет, похоже. Если он супруг, он должен успевать и выполнять также свои домашние обязанности. Он просто не хочет этого делать. Ему нравится Кришна, поэтому все остальное ему сейчас уже не нравится. Как дети, знаете, нравится, не нравится, на таком уровне еще. Но мне нравится его поведение. Хотя оно несовершенное, и жена будет недовольна. Но это лучше, если жена всем довольна, но он не служит Кришне. Но я бы сказал, что он все-таки должен научиться делать то и другое. Заботиться нужно о своей семье также. Но я думаю, просто здесь пока еще упростительно. Так я потом мягко отвечаю. Суть в чем? Что жену тоже обманывать не нужно. Глубокий обман порождает разочарование и страдания. Нельзя предавать близких людей. Жена тоже ищет защиту у мужа, и она должна чувствовать эту защиту. Как бы то ни было, она должна чувствовать эту защиту. Если она не чувствует никакой защиты, это обманщик, эгоист. Ну как мужчина обещает, потом не делает. Они обманщики все. Поэтому говорится, что нужно выполнять свои материальные обязанности и духовные обязанности. Нужно то и другое успевать делать. Во всяком случае, мы отдаем предпочтение духовной практике. Хорошо, но близкие люди не должны чувствовать, что они забыты. Включая детей также. Это не причина бросать. Вообще свою ответственность оставлять. Да, дхарма. Порождает страдания. Вы успеваете уделять внимание всему. Еще вопросы были? А можно вот немножко раскрыть, что значит повторять святое имя с верой? С верой. С верой. Вера, полная вера, она описывается так. Если человек считает, что все цели достигаются, все цели жизни достигаются просто воспеванием святого имени, это полная вера. Если он не различает этот звук трансцендентной Кришны от самого Кришны, это полная вера. Либо, если еще вера не такая полная, еще не такой духовный опыт глубокий, он должен совершать усилия в этом направлении, быть внимательным к воспеванию святого имени, чтобы эта вера проявилась в нем, пробудилась в нем. Это тоже с верой воспевания считается, с желанием веры. Это тоже путь, верный путь. Но мы знаем, как опасен ум. Он делает воспевание святого имени джапу привычкой. Он делает это просто привычкой. И вот такой способ воспевания со временем может увести в майяваду. Имперсонализм. В суе не воспевается святое имя. Невнимательное воспевание означает, что человек это делает именно без веры. Он в отвлеченном сознании находится. Это путь виперсональный. Многие преданные находятся в прострации долгое время, в духовной прострации. Они могут быть сосредоточены на каких-то обязанностях материальных, они могут приготовить что-то или там поработать, заработать деньги, обязанности выполнить. Но в плане трансцендентной вибрации в прострации находятся, когда повторяют мантру. И потом это становится причиной разочарования большого.
в какой-то момент, когда наступают трудности, у преданного возникает вопрос, почему? Я повторяю мантру каждый день. Как одна преданная индуска подходила когда-то ко мне и сказала, я раньше верила в Кришну, сейчас я слушаю вас, и тоже как бы эта вера, я вспоминаю, потому что я была воспитана в сознании Кришны, семья была у меня такая, поклонялась Кришне, мама моя, кормила его каждый день. Всю жизнь я видела это. Она кормила его каждый день. Но почему она умерла раньше времени? И так, эта женщина потеряла веру на какое-то время. Вот такие могут быть повороты судьбы, и человек не знает, где же Кришна. Но Кришна был всегда в святом имени. Но я был в прострации. Без веры означает, мы берем масло для яги, предназначенное в огонь, и льем на пепел. Вот такая яги. Огня нет. Говорит, можно миллионы, 10 миллионов в жизни так повторять. Но те моменты времени, когда мы слышим мантру, секунды какие-то, это могут быть секунды, мгновения, мы запоминаем на всю жизнь, что там был Кришна. Это мгновение было всего лишь, может быть. Но это такой опыт, который описывается в Бхагаватам. С этого опыта начинается иная жизнь вообще. Одно мгновение, пережитое в полном сознании, начинает новую жизнь. И миллионы, тысячи лет жизни дерева никакой пользы не имеют. Потому что что-то мы должны стараться услышать. Повторяя свои круги. Иногда ум захватывает материальные проблемы, или личная жизнь сильно влияет на наш ум. И мы воспеваем с этим мотивом, с этими мыслями, с этим настроением. И так годы идут. Но в какой-то момент мы можем приложить просто усилия. Это наше личное желание, больше ничего. Никаких препятствий. Где угодно, это просто вопрос желания, не обстоятельств. Это осмысление, что жизнь моя временна. Я душа все-таки. И вот с этой платформы я душа, если начинаю слушать джапу, что-то происходит. Но с платформы тела нет, не та вера, а Ашрада Намабас. Я тело, я боюсь смерти, я хочу жить долго, я повторяю мантру. Тоже мотив, тоже причина. И тоже хорошо. Это все благородные души, говорится. Так или иначе, они с Кришной связывают всю жизнь, как умеют. Но мы сейчас говорим о другом. О том, что имя Кришна – это сам Кришна. Это уже с нами, уже сейчас. Мы это уже имеем. Но мы не связаны желанием с Ним. Мы хотим Его только в определенном качестве, в другом не хотим. Мы больше хотим, чтобы Он служил нам, чем мы Ему. Итак, Ашрада Намабас, мы должны понимать, что это верховная личность Бога, никто иной. Это сам Кришна. Имя Кришны, сам Кришна одно и то же. Но это полная вера. И она бывает колеблющаяся вера, неполная или развивающаяся вера. Все это нормально, все можно развивать, взращивать этот росток, общаясь с вайшнавами, воспевая, посещая святой Дхаму, особенно это так насыщенно все. И последний вопрос был там у вас? Громче. У меня вот такой вопрос. Вопрос такой по лекции. Вот вы говорили, что Брахма, он перед тем, как творить, он попросил благословения у Господа не обуславливаться. То есть он чистая душа, он понимает, что легко обусловиться и остаться в этом материальном мире. Почему это говорю? Вот. Мы тоже все, и вообще все живые существа, тоже наше первое воплощение здесь было. Оно было очень высоким. Вот. Тем не менее, мы обусловились, и сейчас находимся здесь. Все брамы здесь находятся. Обусловленные брамы.
падшие брамы все сейчас поднимаются в это состояние. Да. И? Вот наш брама, да, он чистая душа, он сразу сообразил, чтобы не обусловиться, он себя обеспечил не оставаться в этом мире, вернуться сразу домой, или это все равно? Все, он берем... Также может, он также может остаться каким он. Мы берем пример с нашего брамы, да. Брама Сампрадая. Это мы сейчас берем. Вот мы же читаем о нем, его опыт. То есть наш брама, он после окончания своей жизни вернется в духовный мир. Да, раз и нас, похоже, с собой тоже заберет. Раз не попросил. Это же наш брама, так я понимаю? Да, раз он попросил такое благословение. Это наш брама, мы гордимся. У нас... Ну, мы-то когда были брамами, мы-то, видимо, такое благословение... Это уже никто не помнит. Это когда было уже. Можно забыть про это. Это невозможно вспомнить, когда это было. Даже не пытайтесь. Спасибо. Любое положение, самое высокое, может трансформироваться в ложное эго. Понимаете, какая вещь? Вот какая иллюзия. Поэтому от того, что мы были брамой, ничего же не осталось. Да. Ну все, тут мы закончим. Спасибо большое. Шрила Прабхупада.